Меня зовут Оксана, я из города Челябинска. По профессии я риэлтор изначально, 15 лет уже успешной продолжительной работы. Сейчас, на сегодняшний момент, в наше кризисное время начали интересоваться каким-то дополнительным заработком, потому что на сегодняшний день сфера недвижимости, она немножко уже идет на большой-большой спад, и различные проблемы возникли в этой сфере. И в связи с этим мы нашим коллективом небольшим начали подыскивать варианты дополнительного заработка. И в конечном итоге мы вот и столкнулись с Академией торгов Олега Селиванова. Вот. Потом, когда я увидела вот эту рекламную акцию от Олега, да, я оставила свой почтовый ящик, на который пришло письмо об проведении бесплатного вебинара, и который мы вот его послушали. Очень нас заинтересовало это, потому что все-таки это хоть и сопряженное с нашей работой, да, но совершенно другое направление. Вот. В дальнейшем мы, когда уже прошли полный курс, да, вот, мы записались, мы вступили в вашу группу, группу ВОЛК. Mm-hmm. Насколько вот, есть там три, по-моему, градации. Простая группа, потом ВОЛК и Платинум. Ну, мы решили пока с ВОЛДа начать, да, прослушали все эти уроки. После этого пошли в свободное плавание, прям так скажем, да. Ну, где-то я вот звонила вам, это интересовалась, вопросы какие-то задавала. Ну, это в большей степени, конечно, пока не нырнешь вот в это все, и так и оно не придет. То есть теория – это теория, практика – это практика. На это вы же сами прекрасно знаете, что на этих торгах, аукционах можно купить в принципе все, только для этого, для начала это надо знать, кому это продать. Да? И если я работаю в сфере недвижимости, у меня клиенты с недвижимостью, конечно же, я буду именно такие лоты искать, и я их подыскиваю. Вот. Ну и также, конечно же, сейчас все равно мы начали рассказывать о том, что мы начали работать с таким имуществом, да, где можно выкупать более дешевле, чем на рынке. И, конечно, у нас в основном сейчас стали появляться клиенты, которые хотят автомобили. И, потому что, ну, как говорится, это одни из самых главных направлений, как мне кажется, недвижимость, плюс это авто, это у нас чуть ли не как хлеб насущный, да, так скажем. Кто-то без автомобиля не может ни жить, ни работать, а у кого-то даже и квартиры, в принципе, нет, да. От курса. Ой, очень много. Впечатлений масса. Особенно, ну, конечно, когда вот новую информацию получаешь, да, ты ее не знаешь, тебе это рассказывают, в рот кладут, прям так скажем. Каждый понедельник проводятся вебинары, отвечают на вопросы, то есть всегда на связи. То есть это мне настолько вот понравилось, в плане того, что вот когда были вот этот лот ввели, сам Олег нам отзванивался, да, то есть нас не бросают. Вот это мне понравилось, что да. Не просто вот как некоторые, да, допустим, взяли деньги, вот тебе прислали уроки, будь любезна, поучи, и все, и в свободное плавание. Здесь вот прям, я говорю, и лично звонил, это как и мы, когда он позвонил первый раз, у нас Наталья Викторовна прям бегала вся в эйфории, сам Олег Селиванов, сам Олег звонил, я думаю, замечательно, вот так. Поэтому, конечно, того, что постоянного присутствия, вот ощущается это, что не просто вот провели
научили, курс закончился, как вот, знаете, курс английского, да, проучились, пошли, и как на нем разговаривать, никто ничего не знает. Здесь, пожалуйста, 24 часа в сутки, в том числе и вы тоже. У нас находитесь и на скайпе, и на телефоне, и ВКонтакте, и везде. Работы, работы, еще раз работы. Ну, как вам сказать, терпение, потому что не все сразу получается. И надо искать. Надо искать, и надо все это, конечно же, работать с этим. Вот. Терпение, успехов, больших, больших.